В администрации Северского района прошло еженедельное расширенное рабочее совещание при участии прокурора района Евгения Ширяева. Обсудили несколько актуальных вопросов, в частности о необходимых мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах. Впереди летний купальный сезон. К сожалению, двое человек утонули за минувшие два года, несмотря на весь спектр предпринимаемых мер. На территории муниципалитета нет оборудованных природных мест для купания. Насладиться водными процедурами в жару можно в бассейнах, которые функционируют сегодня почти во всех поселениях района. За купание в запрещенных местах нарушителей ждет административная ответственность продолжается подготовка к отопительному сезону 2024-2025 годов. С 15 по 17 мая специалисты управления по координации работы ЖКХ произвели выезды в Выльское, Северское и Черноморское поселения с целью выявления проблемных вопросов. На нескольких котельных требуются замены котлов, участков трубопровода горячего водоснабжения и отопления, замена изоляции и теплотрасс для избежания больших теплопотерь в холода. Главы указанных поселений зачитали доклады о планируемых работах по подготовке систем теплоснабжения к зиме. Особенные усилия рекомендовали приложить руководителю Черноморского городского поселения, где существует наибольшее количество проблем, а в бюджете не заложены деньги на их решение.